всегда оперативно сработана была работа. Человек вообще просто прыгнул в воду и реально спас, носит как бы своей жизни даже, я бы сказала, потому что машина была на глубине, и если бы доли прям секунд, тоже могло бы что-нибудь случиться. Я очень благодарна, что в эти минуты, именно в эти минуты, он оказался рядом. Произошло происшествие дорожно-транспортное, в результате которого автомобиль, движущийся по дороге, попал в кювет, наполненный талыми водами. Люди, попавшие в данную ситуацию, обратились ко мне за помощью, чтобы извлечь автомобиль из-под воды. Мною были организованы поисковые мероприятия. Автомобиль был обнаружен в талых водах на глубине 3 метров и организована доставка автомобиля на сушу.